Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, и сегодня мы продолжаем играть в World of Tanks. И сегодня мы будем играть три боя на советском танке Объект 257. Он меня стал абсолютно элитным. Вот. То есть, не элитным, топовая пушка и топовая башня. Теперь буду идти к моему любимому Ису 7. Так, чат союзника меня отключил. Звук стоит на 11. И прибавлю еще звук. Вот так должно быть хорошо. Так. Ну что, погнали. Подождите, может так? О, буду так играть. У меня. Нет, так не пойдет. У меня уши болят, наушниках что-то сегодня. Как бы не устык. Так что ли? Не, посмотри. Потом. Посмотрю потом. Потом посмотрю. Так, три боя только будем играть мы с вами. Только три. Потому что я по-другому не могу. У меня тут небольшие технические проблемы. Так, поехали вон туда, на наше, так сказать, стандартное место. Ой. Теперь буду медленно идти к ИСу 7. Да, ну, ПТшка, что ты делаешь-то? Ай! Не туда повернул. А как меня уже грызет? Либо я уже в свете, чего я не могу понять без лампочки, либо он просто на бомбу выстрелил. Лев. Так, ну... У врага нету из-за 7 и мауса, можно, в принципе, играть. Сейчас как бы и с теми, только... Я никак не пойму, куда он поехал. Какое попадание, а урон где? Быстрей на голове. Все с тобой ясно. Как? Как вы на ЛД не пробили? Вы чего? Это как можно не пробить на ЛД? Вы чё это? Во, хоть сейчас залетело, господи. Чё это за два выстрела были? Ну я топовый игрок, конечно. Дальше, по-моему, не стоит пока выпирать. Есть, дал по скорпиону.
Я думаю, не попаду, потому что не полностью свелся. А попал. О, да, как хорошо. Почти на фул хп. К сожалению, по мне дала арта, по-моему, без урона, но оглушила. Так, Лев, что там? Как обстановка? Что у меня все? Микрофон дрыгает. Вот посмотреть бы, как меня слышно. Надеюсь, что все нормально. Так, урон брать данным по грилю, отлично. А вот где гриль? Не самый высокий показатель урона, конечно. У меня на этом танке сейчас. Пойдем, может, льва заберем. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Перед на них сломя голову, думаю, тоже не надо, потому что... Хотя чё уж. Может быть, сломя голову. 1245 урона. Не очень, поэтому бегло стоковое в этом смысле. Так. Ура, смертухи зашло. Так у меня что-то с микрофоном. Ну-ка, может ей добрать? Не. 1673 урона, нормально. О, я еще выполнил задание с отличием. Вау. Четыре тысячи, ну 5000 почти опыта. Нормально, нормально. Нормально, так тут. Так. Подожди, тебе хотя бы... Мясо, может, как... Вот, может, хотя бы так. Секундочку, я еще раз проверю. Да, запись идет все равно. Все хорошо. Так, посмотрим, может тут тоже. Вот значит посветить. Нам 3000 насветить бы еще с вами до 10. Точнее, мне буду светить. 3000 до 10. Там уже всяко проще будет. Как? Уже базу берут.
Ой. У врага есть 100. Это плохо. Т-10. Фух, он промазал. Я Т-10 тоже следую. Я медленно к нему иду. Ага. Кстати, меня не пробивает Е100. Я его тоже не пробиваю, поэтому я лучше свалю, по крайней мере попытаюсь. Надо, я тоже это здесь следую потихонечку. О! Объект 207 и плюс арта. Они все там меня, ну, вот, кроме арта, арта всегда пробьется глушением. Это наш. Вторую передачу. Да ё, я там пробью не сто, не. Не. Бой не очень, поскольку там не сто и все на свете. Ай. Мою кладку, ну еще лучше. О, да, упа не сто. Вынул, да. 500 урона. Т-10 идет. Т-10 держали на контроле. Так, куда я еду-то? Стой! Есть, мне быка взорвал. Клавиатура отошла, не важно. И стоп, взорвал мне бы укладку. Надо было ее чинить, и я бы чинил густу. Ладно. Выходим отсюда. Ребята, я продолжу сразу, как объект 57 выйдет из боя. Обращайте внимание. Угу. Вот, все, я вернулся, когда объект 57 ушел из боя. Я буду играть так, а то в наушниках у меня уши болят. Чё-то. Уши у меня наушники болят. Так, ну что-то у нас... Стрелок. Минус 1000. Плохо. А тут тоже, кстати, стрелок и плюс 12 000. Так, а по задачам там что? Сейчас боевые задачи. А, ну чуть-чуть не хватает до 2500. В бой. Вот я так вот заложил. Выйди, что себе. А, что тут вечно. О, так буду играть, то шибарят в наушниках. Ну, давай. Ну, 9-2. Но это Париж. И это, кстати, последний бой. Теперь буду вот так вот покладывать помалу, потому что так у меня и мочи трудности. Три боя ровно. Все. Но в будущем я с этим справлюсь. Буду искать потом выходы. Так, карта Париж. Лично мне карта не очень, поэтому... Вот так вот. Карта не очень.
Как-то не очень, да. А, или 500 уже здесь. Расположением места на этой карте тоже. Ну вот, этот закан не дает объект 4. Объект закан. Ему печаль. Не пробил. И меня не пробили. Нещадно, но готов поставить и сломали боеклатку. Да ну нафиг. Хватит гуслить. Да что же? Знаете, я чувствую, как будто на меня стая налетела какая-то. Просто стая. Мне нет куда что-то. Меня убьют сейчас. Просто убьют и все. И мне до никого не выстрелить. Все показывают, что бронированы. О! Я выжил! Блин, мали рано! На 4000 ты ковал! А, смотрите! Ну, тут плохая карта. Снимаю карту. 430-й до его века. Он только и ждет, чтобы меня развести. Ну вот он меня и убил. Нет. Ну алирона. Ну что, дорогие друзья. На этом мы с вами закончим. Всем до свидания. С вами был Санёк. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Извините, что теперь видео такие маленькие, но... По-другому мне пока никак не вижу другого выхода из ситуации. Ну что ж, всем до свидания, всем пока.